Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. С первым и вторым мужем расстались из-за того, что начались проблемы с интимной жизнью. Сначала мне немного не хочется часто, потом вообще не хочется, потом я терплю. Потом превращается в насилие себя и приходит расставаться. Что за хождение по кругу? Как вступать в новые отношения? Боюсь, я пойму, что мужчины мне вообще не нужны. Спасибо за ответ. Ну, понятно, наверное, что здесь имеет место быть некоторая проблематика, вот, скажем так, проблематика несколько глубинная. То есть, понятно, я надеюсь, что вот так вот, так сразу ответить вам, наверное, возможности никакой не представляется, потому что слишком мало информации. Вот, её вообще фактически нет. То есть, ну, понятно, что что-то происходит с вами. Вот. Ну вот. Когда вы с человеком находитесь в отношениях, вот, понятно, что что-то происходит такое вот с вами, что-то происходит, и вас это, значит, начинает удалять. То есть, ну, тут история может быть про то, что вы боитесь сближения, тут история может быть про то, что проблемы личных границ, то есть вы как-то вот не, ну, не позволяете, условно говоря, себе как-то вот, ну, быть собой, да? С человеком. И, соответственно, что еще? Еще очевидно, что у вас есть проблема с расслаблением. То есть вот как-то вот тут история про то, что вы начинаете напрягаться. Вы начинаете напрягаться, вы начинаете, ну, чувствовать какую-то угрозу, вот, к сожалению, большому сожалению, вы начинаете чувствовать угрозу, вот, и эта угроза, она ну, подавляет вас, получается, как бы. Вот. Тут нужно постараться увидеть, что меняется. То есть, что начинает меняться вот. В вашем восприятии человека. Вот. Что такое вот, как бы, ну, что такое происходит там. Вот. Я думаю, что, в принципе, это не может быть какой-то слишком тяжелой целью. Я не думаю, что это может быть какой-то слишком недостижимой целью. Я думаю, что, ну, что цель — это вполне себе
Реально, вот я думаю, что цель это вполне себе решаем. Вот, ну нужно только вот, некоторые ваши усилия, да, и возможно желание разобраться в проблеме, скажем так. Вот, потому что сейчас вы видите это только вот, ну, только вот в такой позиции. Ну вот. Значит, вполне может быть. Такая история, что вы вот, ну, как бы от себя, требуете от себя, ну, чего-то. Вот, вы от себя начинаете требовать, например, быть хорошей женой. Если вы требуете от себя быть хорошей женой, то вот, как бы проблема. Может быть, вы боитесь, по итогу боитесь, что вы плохая жена. Вот. То есть очень важно вот, увидеть то, с каким посланием, с какой, с каким настроем, да, вы приходите в отношения. Вот. Как-то так, в целом, конечно, выглядит несколько поверхностно. То, что вот, вы говорите об отсутствии, ну, об отсутствии, например, у вас желание, да, вы говорите так поверхностно. Вот. Такая вот история. Вот то, что я могу вам сейчас сказать. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это поможет. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.